Всем привет, ребята, меня зовут Фласочка. Сегодня я ученица у местной ведьмы. Сейчас я прибежала к ее дому, чтобы она меня обучила чему-нибудь новенькому. Ну, а вам приятного просмотра и приятного аппетита, если вы кушаете. Ведьмочка, а можно я зайду? Вы дома? Так, я вроде бы так, да, я согласна. Угу. А с этим? Я понял, я просто зайду, я просто зайду. Ведьмочка... Нет, это мы не будем делать. Учительница, а чем вы заняты? Вы с кем-то говорите? Сейчас, одну секунду. Все, договорились. А с кем вы говорили? Это что? Это астрал? Это дискорд сервер. Кстати, у тебя он тоже в описании есть. Ого, что вы в последнее время все подряд рекламите у меня. Кстати, ребята, у меня еще и ссылочка в описании на мой инстаграм. Там много фоточек. Ну, во всяком случае, я пытаюсь их постить активно. А чё, погодите, дискорд сервер-то это хорошо. А может быть, вы мне расскажете и покажете что-нибудь новенькое? Потому что в прошлый раз заклинания, ну, они были такие, какие-то слабенькие. А хочется чего-то новое, прикольненькое. Вот. Ну, пошли попрактикуемся. Вот, кстати, твой жезл, ты его оставила в прошлый раз, я говорил, не прощайся с ним. Ну, так я не прощалась, я просто его забыла. Ведь прощаться это значит, все, до свидания, жезл. И тогда я его отпускаю. Но я же его не отпустила, я просто его положила. Ну, то есть это разное. Сенсей. А Вики Дерры? Стивы, обычные Стивы, окей. Погодите, так. А у меня слоты вообще пустые. Читай заклинания, учись своим ртом работать, а не с помощью других предметов. Ладно, хорошо. Теперь смотри, сейчас мы мы сегодня будем изучать метаморфозы, но не себя, а кого-то либо другого. О, превращать его во что-то, круто. Я помню, в домашнем задании это было. Что такое метаморфоза? Это, короче, я помню, это было, я читала это, в домашке было написано, это... Когда мы превращаем во что-то, во. Так как-то близко, да, это в любое превращение чего-либо, ну ладно. Так, а что-то теперь слушай заклинание. Так, да, слушаю. Угу. Ого, вы сделали из него кролика, это должна... все, конечно, балдежно. И что теперь с ним делать? Ну, придумай что-то, чтобы ты хотела, ну, его во что-то превратить и реализовать. А чё, кого угодно, даже в пёсика? Ну, кого хочешь. Балдёж, всегда мечтала о жабке, о маленькой такой жабке, а ну-ка. А чем тут связаны жабки и пёсики? Ну, пёсики просто милые, а потом я захотела жабку. А чё нужно говорить, напомните мне? Ты же учила заклинание ведь, да? Я боюсь, неправильно скажу, а вы опытная, вот, скажите мне, пожалуйста. Ракита? А ракита? Ракита? Так, окей, а я заклинаю тебя, ракита. Валенту. Валенту. Барабум. Барабум! Бум! Вакета барабум! Ракета валента барабум! Это немного не жабка. Попробуй еще раз. Ладно. Варакита валимбубан балабуп. А напомните, что там слова были, я забыла. Ракита, вакита, варабум. Варакита, варакита, валабум. Ракита, валакита, валабум. Ракита, лавита, валабум. Не обязательно спамить. Ракита, валабум. Да оно должно выйти. Оно же, видите, не происходит. Сейчас, погоди. Ракита, вал... Это я сделала. Видали? Видали, что умею? Это моя теперь жабка. 17-й попытки? Так, у тебя получилось, поэтому давай-ка я сиди, практикуйся. А можешь еще рассказать слова напоследок, вот? Ракита, вакита, барабум. Лакитова, ракита... Блин, я уже забыла. Я уже слова забыла. Учите. Она уже убежала. Прекрасно. Где я эти слова? У меня даже книги не осталось. У меня только... Да у меня все не то. У меня нету этой книги. И где я эти слова возьму? О, получилось. Балдёж, хорошо, у меня вышла эта большая хрень, надеюсь, она на меня не нападет. Ага. О, ребят, у меня только что пришла гениальная мысля в мою светлую-светлую головушку. Ребята, я хочу попробовать превратить Ричи в какую-нибудь жабку. Я же даже ничего не говорила, почему оно превращается и превращается. А чё оно превращается до сих пор? Это типа потому, что я заклинание несколько раз произносила? Так, ладно, оставлю-ка эту фигню здесь. Наверное, лучше я еще ее и закопаю, чтобы, знаете, чтобы... Вот, во, пусть сидит там. А еще лучше, наверное, еще ниже. Опачки, делаем вот так. И здесь будто бы ничего и не было. И импровизированная могилка. Ладно, хорошо, побежали тогда к Ричи, попробуй на нем протестить это. Лакитова-ракитова-лапум. Я выучила, ребята, вот это, конечно, да. Вот это я, конечно, вообще красава. Вот просто, знаете, 100 раз повторяю и выучила. Хорошо, а где у нас тут Ричи живет? Ёлки-палки, постоянно забываю, где он живет. Не здесь, а. Опа, а здесь он живет. Рич, привет, Рич, это вот такое дело. Фласка, мне поступать, давай, уходи, давай. Куда тебе поступать, Рич, лето, куда поступать? Вот именно, поэтому я и смотрю, как экзамены эти на поступление сдаются. Давай, не мешайся. Рич, кое-что сказать хочу. Понимаешь, мне нужно практиковаться в ведьманск...
ведьмачьих делах? Сам ты ведьмак, я не ведьмак, я ведьма. Ведьманских делах. В колдовстве. Слышь, я всегда знал, что ты ведьма, поэтому... А у меня здесь как бы ничего плохого нет. Рич, я всего одно заклинание. Вообще, знаешь, вот кто бы говорил, что я бы корову мычала. Какое одно заклинание? Что у тебя тут магическая книга делает? Это Орл. Ты даже не знаешь, что такое Орл. Поэтому давай, не трогай эту книгу. Рич, короче, я всего лишь разочек, и потом пойду домой. Сейчас, ракитовала, бум! Все, кого? Опачки! Я смогла! Я просто бог! А что, ты говорить теперь не умеешь, что ли? Слышь, ты чертила, ты что сделала? Прикольно же, тебе знаешь что? Ой, ты так лапками забавно двигаешь. Это ты не стал... прикольно. Ты стал еще ниже, чем был. Ты такой мерзкий, фу, да жути мерзкий. Слышь, фу. Стой, остановись, дай я посмотрю на твои мерзкие глаза. О, такой милый, такой желтый глазами. Ой, я твои усы отсюда вижу. Слышь, сам ты усы, понял? У меня нет усов. Знаешь почему? Потому что я их брею. Хоть Пушок, ты говорил не брить, но... А понял? А все смеются над мной в школе, поэтому я побрила их. И теперь у меня будут настоящие мужские усы. Понял меня? А теперь, Рича, сейчас я верну обратно. Ракитовала, бум! Дурочка, это превращение, это заклинание, чтобы превратить. Я только что это слышал. Ты головой думаешь. Слышь, а что? Слышь, а ну-ка, вернись обратно. Что-то ты у меня как-то фигачишься. Ракитовала, бум! О, погоди, а давай мы попробуем, в общем, я буду ракитовала бумкать, и ты будешь постоянно в кого-нибудь превращаться, и дай бог, ты превратишься обратно. Это не так работает, слышишь? А как? Но всегда есть заклинание обратное, что на всякий случай, если ты закосятишь. Это даже вот тут в книгах написано, вот в этой вот. А я тебе говорила, что это ведьминская книга? Я тебе говорила, ты нет? Нет, это книга по познанию SEO Майнкрафта, там есть и вот этот аспект. Ой, короче, все, я поняла, пойдем, тебя расколдует моя учительница, пойдем. В смысле, а ты что, не знаешь? В смысле, что не знаю? Все нормально, не беси меня, Рич, не беси, все будет четко. Вот что ты постоянно вот ноешь? Ну косякнула я, и что? Рич, тебе что, привыкать? Все, в общем, тебя она сейчас расколдует, все будет добре. А ведьмочка, учительница моя, тут у нас косяк один. Ведьмуля. Да зайди ты просто, ну в чем проблема-то? В смысле? Ты что за быдло невоспитанное? У нас срочное дело. Рич, что ты невоспитанный такой, Рич? Слышь, пулигух мало хп. Ой. Рич, а что ты тут делаешь в своем в другом обличии? Я тебе сейчас лицо сломаю, слышишь? Извините, мужчина, тут ведьмочка должна быть. А вы кто? Я ее работодатель. Хорошо, когда она вернется, у нас тут непредвиденные обстоятельства. Думаю, через часов 15. Так, ладно, все, спасибо, до свидания. Слышишь, что нет? Не-не-не-не-не, мне учить надо, слышишь? Рич, 15 часов и... Нет, Ласка, нет, мне нужно поступать, мне нужно идти зубрить. Этими глазами неудобно читать вообще ничего. Давай, смотри, короче, это так... удобно, с одной стороны книга, с другой стороны книга, и ты читаешь сразу слева и справа. Знаешь... Если бы ты умела читать, я бы тебе этот лайфхак и посоветовал тоже. Но ты читать не умеешь. Это раз. Во-вторых, давай, превращай меня обратно. Это не работает. Твой косяк, каким образом? Рич, у меня жезл ученика-чародея. Я ни черта этим жезлом не могу. Я могу произнести заклинания только те, каким меня научила моя учитель. Стоп, погоди, а это мысль. Погоди, там же был ее посох, Рич. А что если в ее посохе есть заклинание, которое отменяет вот это превращение? Да мне пофигу. Давай, делай. А, здравствуйте, тут это... А, ой... Ой. Ой, там что-то упало, Ой, что-то упало, что-то у вас там под ногами. Да-да-да, какое-то зелье валяется. Ой, наверное, показалось, до свидания. Я взяла, Рич. Ой, а что за зелье? Придурочное, больно. Читать тебя не учили? О, боже, выползай из дома. Если мы его сейчас весь раз... Угу, она будет очень недовольна. Хорошо, смотри, у меня есть ее посох, но я тебя, походу, не обрадую. Я вообще не понимаю, что тут написано в этом посохе. Да наугад стреляй. Наугад стреляй? Окей, хорошо, давай. Давай попробуем только подальше от ее дома, потому что если кто-нибудь из них увидит, все, жопа мне. Давай сначала на вот этой коровке. А как тебе? Что произошло? Это точно надо, Рич? О, оледенение, окей, я теперь вижу их, ну-ка. Давай теперь вот это протестим, ну-ка. Ой, это огненный шторм, мое любимое заклинание с одной из предыдущих серий. Окей, вот это, не понял. Ага, это черное. А что это такое? Не... А, слышь, меня затянуло! О, господи, в этой серии, я так понимаю, ты у нас будешь дурачком, да? С кем я общаюсь, ребята, просто трэш. Ты там пока, тебя засасывает черная дыра, надеюсь, тебя не расплющит. А если расплющит, это дальше будет лучше, знаешь почему? Потому что ты тогда... А мне не надо будет тебя возвращать обратно. Сейчас я испробую на вот этой вот курочке. А. Хорошо, что ты там не стоял. Оп, ну-ка. О господи, оно все бьет, но не меня. О. Слышь, вот это, конечно, магия. Вне Хогвартса ты. Маг, Рич, все, пойдем отсюда, оно меня. Тебя сейчас шандарахнет, Рич, уходим. Рич, ну вот все, что я могу тебе сказать, это то, что заклинаний больше в этом посохе нет. И я, честно, не знаю, что делать.
А вот этих вот женщин я хочу. Ну-ка, погоди, метеор, метеор, дай-ка я в нее запущу. Ой. Бывает. Красая. Слышь, я придумал. У нас тут один мудрец поселился, он раскопки ведет. Погнали, он нам что-нибудь сделает. Как он нам поможет, если он ведет раскопки? Нам нужна какая-нибудь ведьма, маг, ведьмак твой вот этот, о котором ты говорил. Кстати, кто такие ведьмаки? Они же вроде бы истребляют всякую нечисть. Ты что все ломаешь? А чё? Алло, чертила. Я кусаю. О, боже мой, веди меня давай к нему. И чё, он вот здесь и живёт? О, слышь, да. Красивый дом. Так, извините, можно войти? И заходите, доставка, да? Ой, чё-то он выглядит как злой какой-то маг. Здравствуйте, вы добрый маг? Какие лепестки летают? Желтые. Вот тогда и подумай еще раз головой, какой я маг? Вообще-то знахарь. Ну или знахарь, я не знаю, просто у вас глаза страшные, и, если честно, вы не внушаете доверия, поэтому я переспросила. Слушайте, у нас такой косяк, вы не поверите, но вот эта жаба, это мой брат, то есть он обычный игрок. Я его нечаянно заколдовала, и я не знаю, как его вернуть. Может быть, вы могли бы мне подсказать, так сказать? А, да без проблем, но для этого вы мне потом будете мои книги таскать. Братан, готов? Да. Мы готовы. И для того, чтобы расколдовать это существо, вам нужно заглянуть в книгу созерцания, всевидящую книгу, в которой есть все знания. И как раз я ее ищу. Найдете, принесете, я вам скажу заклинание, которое там лежит. Так погодите, то есть вы сами не знаете, где эта книга, и мы должны ее каким-то прекрасным образом найти? Я знаю примерно, где она находится, в шахте, но в эту шахту я стараюсь меньше лазить. Там мобов иногда бывает много, иногда нет. Если там мобы, то нам вообще ничего не страшного. Мы вообще такое умеем колдовать. Сейчас покажу. Ты собираешься колдовать, слышишь, стоять. Угомонись. Походу, она куда-то наверх прилетела. Ладно, неважно. В общем, вы только скажите координаты этой шахты, и мы все узнаем. 17, 15, 14. Все, понял, побежали, Ричи. Ты уверен, что это та самая шахта? Выглядит-то она не как шахта вовсе, а как что-то презентабельное. Будто бы мы, знаешь, будто бы мы в кайф пришли. А, ну конечно, да-да-да. Сейчас давай 500 рублей за кофе отдавать. Погоди, это работает один. Вот так вот? Ну-ка. Ладно, неважно, потом попробую. Ой, слышь, а тут темно, что делать? О, у тебя факел есть, слышь. Ты знаешь, ты как маленькая светящая, ты как светлячок, только жабка. Я тебя сейчас освещу. Слушай, ты так забавно ножками, так пинг-пинг-пинг-пинг-пинг. А, тупик какой-то, слышь. А нет, там что-то есть, погоди, сейчас я разберусь с этим тупиком. Грозовой молот? Нет, а оледенение, огненный шторм. Ну-ка, огненный шторм! Что-то мне кажется, ну как-то нам не помогло, да? Хорошо, какие тогда еще варианты? Можно еще обычной киркой, но у меня нету кирки. Ну-ка, у тебя есть? Рича, возьми факел, я что-то вообще ничего не вижу. Так, окей. Ну-ка, проходим. Окей. Опа! Слышь, это гримуар. Здравствуйте. Да? Ты что, Рича, с гримуар? Достали все ваши вот эти игры, просто хватай книгу и пошли отсюда. Рич, ты же жабка, у тебя же лапки, ты как это сделал? Языком и лизнул. Ты знаешь, какой у меня язык? Фу, не надо мне говорить, какой у тебя язык, знать и не хочу, фу. У меня русский язык, татарский язык, украинский язык. Ага, давай, потом скажи что-нибудь на украинском, украинский язык у него. Сейчас скажу. Смотри, Шене в Мерла. Да ты что, нас на это забанят? Погодите. Извините, можно войти? Это... Да, конечно, конечно. Вас я жду больше всего. Курьеры мои, как у отеля? Курьеры мы такие. Мы, в общем, нашли там какой-то гримуар из него. Ну, в общем, его жабка лизнула. Надеюсь, ничего страшного. Да, без проблем, без проблем. Давай. Выпал архивариум какой-то, вот, держите. А, ваши заклинания, кстати, отменять приказываю. Отменять приказываю! О, красавчик. Это заклинание самое простое, но ко всем заклинаниям подходит. Не знаю, почему ты это не выучила. Ну-ка, если я на вас нажму отменять архив, заклинание, может что-нибудь сработает? Отменять заклинаниум! Отменять заклинаниум! Пошли. Я понял, не на всех это работает. Ладно, хорошо, Рича, а дай-ка я напоследок попробую. Огненный шторм! Ох, ладно, надо вернуть этот посох, пока учительница ничего не узнала. Понял, понял. О, я тебя ждала. Иди сюда. А где мой кинжал? Учительница, моргните. Ой, привет, а что у вас кинжал? Ой, какой красивый посох. Как твои дела? Прекрасно, здравствуйте. Я тебе кровопускание сейчас сделаю, ладно, на ручке. Еще погодите, а зачем делать кровопускание? Погодите, давайте мы вначале с вами поговорим, а потом уже будете делать свои кровопускания. От того, чтобы ты ручками своими больше никуда не лазила, ты что вообще? Учительница, простите меня! Вы что делаете? Детей нельзя пырять, вы что? Я же в суд могу подать. Именно поэтому я ведьма, я тебя сейчас в кустах превращу. В общем, ребята, как-то что-то пошло не по плану, меня превратили в жабку и, короче, ну, в принципе, заклинание я знаю, только вот в чем вопрос. Я Рич, походу, отдала свой посох, у меня его нету. Ну, заклинание отмены я знаю, так что вроде бы не все так плохо. Но мораль такова, никогда не берите чужое, вот.
Наверное. Или, может быть, да. Но я же взяла ради брата. Ну, а на этом я буду с вами прощаться, ребята. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, а также не забывайте смотреть видео слева и справа. Видео не очень интересное. С вами была Власточка. Всем удачи и пока-пока. Ладно, побежала я к Ричи. Надеюсь, у него мой посох есть. Ну, что-то не хочется быть жабкой. А, в принципе, смотрите, как я попкой виляю.